вечер, дорогие друзья! Мы сердечно рады встрече с вами и от всей души поздравляем вас с началом юбилейного 80-го концертного сезона Самарской государственной филармонии. Сегодняшний уникальный концерт проходит в рамках Международного фестиваля искусств «Шостакович. Самарское время. ДСЦХ» при поддержке правительства Самарской области. Этот вечер для всех нас особенный, праздничный. Программа «Возвращение к истокам» очень необычна. Соединяет в себе лучшие образцы русской, зарубежной классической музыки и традиционный песенный фольклор. А посвящен наш концерт 15-летию талантливого самарского коллектива. Это фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Вольница». Дорогие друзья, светлое праздничное настроение дарят вам сегодня яркие коллективы и солисты. Самарский фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция». Юные таланты класса заслуженного артиста России Бориса Березовского. Лауреаты международных конкурсов и фестивалей Карина Тер-Газарян. Алисия Левина. Студент Самарского музыкального училища, лауреат всероссийских и международных конкурсов Кирилл Климов. Фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Вольница» и заслуженный артист России Борис Березовский. Дорогие друзья, наш концерт пройдет в одном отделении. Первая часть концерта будет полностью посвящена юным дарованиям, вступающим в прекрасный и многообразный мир музыки. В исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Традиция» прозвучат песни, записанные в фольклорных экспедициях по Самарской губернии. А юные московские пианистки из класса Бориса Березовского исполнят вдохновенные произведения Эдварда Грига, Сергея Васильевича Рахманинова и Петра Ильича Чайковского. Хороводы водить-то не умеете. Городские-то городские, а в хороводах бывали. Точно? Да.
Yeah.
важно, друг друга любите.
международных конкурсах в России, Италии и Армении, став обладателем первых премий и гран-при. Давайте поприветствуем юную пианистку на сцене Алисия Левина. Прошу вас. Алисия, мы ждем вас на нашей сцене. А также юная пианистка выступала Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева и с оркестром Санкт-Петербурга, художественный руководитель Сергей Стадлер. 12 апреля прошлого года, в День космонавтики, Алисия приняла участие в проекте «Чайковский и космос». Ее выступление транслировалось на Международной космической станции в прямом эфире. Алисия Левина! Сейчас я приглашаю на сцену Карину Тер-Газарян. Первый сольный концерт Карины состоялся в 9 лет. Юная пианистка, лауреат многих международных конкурсов, обладатель гран-при и диплома золотого виртуоза на международном конкурсе в Польше, постоянный участник концертных программ фонда Владимира Спивакова. Карина Тер-Газарян. А сейчас мы приглашаем на сцену талантливый самарский коллектив. Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция» Центра эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара. Бориса Березовского объединяет давняя дружба, которая началась в 2016 году на Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли» в Санкт-Петербурге. Борис Березовский – автор и художественный руководитель этого уникального проекта, где на одной сцене исполняется академическая и этническая музыка. Именно такое соединение позволяет понять наследственность классики, которая берет свое начало в фольклорной музыке. Хорошо всем известные крылатые слова великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, основоположника русской музыкальной классики. Создает музыку народ, а мы, художники, ее только аранжируем.
Многие композиторы убеждают нас в том, что народные мелодии — это вечно живой, прекрасный источник для музыкального искусства, для самых разных его жанров. Ансамбль «Вольница» и Борис Березовский выступают с совместными программами в разных городах России. В концертах сочетаются произведения русских композиторов и традиционные песни донских казаков, собранные артистами ансамбля в казачьих хуторах и станицах. Борис Вадимович очень любит фольклор и считает, что классическим музыкантам есть чему поучиться у фольклористов. Итак, на сцене Самарской государственной филармонии фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Вольница» и Борис Березовский. Я иду,
безумно рады вас всех видеть, во-первых. Концерты с Борисом Владимировичем Березовским – это всегда импровизация. Вот все, что происходило до этого, было совсем по-другому. Мы сейчас импровизируем, поэтому то, что мы сейчас будем петь, мы еще не обсуждали и не знаем. Но, наверное, в этом и вся прелесть фольклора, собственно, когда мы вот имеем возможность такой импровизировать. Споем вам сейчас частую песню. Ай, проволочки наши узенькие, бабёночки наши узенькие, бабёночки наши узенькие, хоть худые да молоденькие, хоть худые да молоденькие, молодые да хорошенькие. Yeah.
времена года Чайковского с песнями, традиционными песнями. Вот мы пока мы еще ищем это все, но тем не менее решили все-таки вынести на сцену. Вот мы нашли замечательные четыре месяца. Вот. И, собственно говоря, вы поете, и я играю. Да-д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 а-
ем. Ох, и прие, чужой же не прав.
Я люблю, как...
Сейчас мы немножко дадим отдохнуть вольнице. Еще один такой музыкальный подарок. Я вчера был в училище самарском, и очень хороший парень, мне он очень понравился, я решил его пригласить. Замечательный Кирилл Климов. Он... Я подумал, что от нашего классического стола фольклорному столу, я давно для себя решил, что фольклорный стол намного веселее, намного вкуснее. Вот. Но у нас все-таки есть какие-то изыски, тоже изысканные блюда. И вот Кирилл сыграет парафразу на темы оперы «Риголетто», а парафразу сделал Франц Лист.
все дни золотые, городской беспроглядной любви. Уж вы кони мои вороные, вороные вы кони мои. Уж вы кони мои вороные, вороные вы кони мои. Устелю свои сани коврами, гривы конские ленты плету.
талантливые артисты, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция». Руководители коллектива Анастасия и Артем Нестеровы. Юные таланты класса заслуженного артиста России Бориса Березовского. Лауреаты международных конкурсов Карина Тер-Газарян. Лауреаты международных конкурсов Алисия Левина. Музыкального училища, лауреат всероссийских и международных конкурсов Кирилл Климов, класс преподавателя, заслуженного деятеля искусств России Виктории Зойфер. Наш юбиляр, фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Вольница». Вместе заживем в днем сегодняшнем, но помни про вчерашний.